Так, ну пойдемте на стервятника тогда. Так, лучших пауков мне, пожалуй. Лучшие из лучших побегут сейчас. И ты, стервятник, остановись и подними крылья. В воздух так, чтобы я их видел. Ты как меня вычислил? Даже в Нью-Йорке не каждый день встретишь гражданина в костюме орла. Ну что, решим все по-простому или хочешь по-сложному? Хорош болтать. Я тебя просто на куски разорву, во благо зловещей шестерки. Блин, Спади, ты свой костюм видел вообще? Ты вообще с пакетом на голове бегаешь? Не нравится, честно говоря, вот этот костюм. Ну, чисто внешне. Там уже стервятник появился. А мы еще даже скорость не набрали. Внимание, это классический стервятник. Я безумно рад за него. Так, сейчас проснуться внимательно. Что такое, больно что ли? Тебя одолел человек-пакет. Так, ладно, бежим дальше. Посмотрим, как долго я выдержу. Так, человек-паук уже 3 лайка влепил мне. Нормально. Что-то конца и края пока не вижу. Это локация. Хотя вот там вдалеке уже что-то виднеется, но до туда что-то бежать очень долго. Так, пока что-то сложности не чувствуется, да? Ну что, скоро там конец-то уже. А то я сейчас начну залипать на одинаковые коридорчики. Так, мы бежим все быстрее. Тихо. О, конец, да неужели? Фу, наконец-то. На крыше, народные. Вниз. Наверх. Снова вниз. Эх. Вниз. Наверх. Так, что-то слишком сильно скорость набрали. Я даже как-то не сразу успел реагировать. Эть. Что-то слишком быстро начинаю бежать. Ладно, моя задача не собрать все пузырьки на локации. Моя задача пробежать как можно дальше. Оу, едва успеваю. Едва успеваю реагировать. Снова на самолет.
Это золотой гоблин. Я уже с тобой дрался, между прочим, гоблин. И тебя побеждал. Хочешь победить? Хочешь, чтобы я тебя победил еще раз? Мне не сложно. Так, вот, вроде бы скорость нормальная. А, есть. Человек-пакет тебя одолеет, гоблин. Есть. Вновь бежим этот самолет. Бесконечный. Не, смотрите, как в этот раз что-то быстро даже пробежали его. Так, посмотрим, скольких боссов я одолею за один раз. Так, это пока второй. Да, второй был. Эть. Нет! Вот поэтому не люблю летать на паутине. Так, продолжаем. Привет, Гвен. Ты сегодня милее обычного. Едва успеваю. Опять полет на паутине. Эх. Кольцо надо попасть. Нет. А, все нормально. Я просто подумал, что сейчас в стенку влеплюсь, а там бежать некуда. Так. Наверх, наверх. Все, наконец-то. Твердая крыша. И опять паутина. Есть. Ух. Едва успел среагировать на этого чувака, на последнего. Блин, я еще по сюжету даже до этого стервятника не дошел. Красный стервятник. Ладно, идем. Блин, слева был щит. Максимально, ребят, сейчас сосредоточен. Эх. Есть. Так, и как долго мы будем бежать в эту лабораторию Аскорб, если можно ее так назвать? Недолго, нормально. Так, три босса есть. Магнит обязательно берем. Так, пока не останавливаемся. Даже не думаем. Эх. Желтые противники не попадаются, кристалл не выпадает ни с них. Ух! Но тут я уже не успеваю реагировать.
Ребят, вам везет, вам рекламу не приходится смотреть, как мне, чтобы продолжить. Право. Не успеваю даже. Хорошо, что здесь небольшое бессмертие дают перед началом. Эх! А, слишком быстро! Ну ладно, продолжать уже не будем. Так-с. Что, на следующий уровень? Лучше. Лучше. Ну, человек-пакет. Вот до этого паучка, кстати говоря, не добрались в предыдущем забеге. Ну ладно, поехали. Мне удалось остановить гоблина, но вот так закрыть портал я так и не знаю. Может, нужно было чуть слабее его бить, чтобы от его мозгов хоть что-то осталось. Ну что тут скажешь, иногда я не могу держать себя в руках. Ладно, все равно он у нас. Оклемается, расспросим. А пока... А ты пока выяснил, что задевает зловещая шестерка? Новый человек-паук начинает расследование. Блин, что-то музыка сбилась в игре. Что-то ребят медленно как-то стали бежать, да, после предыдущего раза. Предыдущего раза там столько препятствий было. Не успевал сообразить, куда кинуться в первую очередь. А здесь что-то прямо какая-то легкая прогулка. Так, надо в игру перезайти, что-то звук лагает в самой игре. Блин, там флешка была! Слишком сильно поторопился. Привет, Глен. Как сама? Есть. Продолжаем, конечно. Есть. Эх. Не, вонючий осколок. Ладно, две медальки, придется эту локацию перебегать. Так, давайте в игру, наверное, перезайдем. Что-то звук не нравится мне, как лагает здесь. Так, продолжаем. Ну что, человек-пакет, ты готов? Вперед. Можно я не буду, ребята, это читать? Здесь сюжет сделан, ну знаете, так чисто, для галочки. Так, поехали. Здесь, в принципе, задача в этой игре одна и та же. Беги и убивай. Оп. Что-то медленная скорость как-то на расслабоне дается. Ну, 20 противников надо убить. Наверное, этим и стоит заняться. Блин, да мне кажется, я боссов быстрее валю,
чем вот этих врагов убиваю. Так, есть медалька. Продолжаем. Теперь бежим на рекорд. Блин, паук, 2 лайка подряд. Ну ты чё? Я, конечно, не против, но что уж, на экране так сильно не мельтеши. Ох, чуть не облажался. О, блин, можно было убить, но я перепрыгнул. Я просто в последний момент увидел щит. Ну когда там на воле уже? Ага. Не, влево надо было. Три, два, один, вперед. О, блин, хорошо, что я был под бессмертием. Так, есть выход. Только сейчас хотел спросить, ну когда там уже выход? Да блин, я забываю, что их нельзя перепрыгивать. Бежим на рекорд, бежим на рекорд, конечно. Но самое удивительное то, что вот эти вот сюжетные уровни, вот когда ты проходишь первый раз, их пройти гораздо сложнее, чем второй. То есть на второй раз там забег можно сделать очень такой долгий. Так, ну и как раз нам с этим пауком надо пробежать вот этот один забег. Именно человеком-пакетом. Так, а что нам надо сделать? А, надо просто бежать. Бам. Надо срочно качнуть другого паука. Потому что я не хочу играть человеком-пакетом. Есть. Легко. Так, и что у нас здесь дальше по заданию? Просто смотрю, время начинает поджимать. Давайте, наверное, последний забег на сегодня. И я окунусь в прокачку пауков. Опять по скорби начинаю. Прикольно, вот такой вот эффект магнита выглядит. Такая сфера вокруг. О, вот сейчас новый элемент начнется. Ну, здесь ошибаться просто нельзя. Есть. Так, еще, по-моему, 3 таких или 4 там надо. Фух. Эх. В последнюю секунду соображаю, что надо делать.
Очень много препятствий. Фух. Так, ну, насколько я понимаю, это последний. А, что-то подвисло маленько, ну ладно. Вроде как мы справились. Так, все, Человек-паук 3 лайка влепил, кажется. Да. Но я все равно продолжу. 3, 2, 1. Поехали. Вольный забег. Так, вообще мне надо на паутине летать. Есть. Так, пошел в подкор. Эть. В кольцо не попал. Ну да ладно. Не в кольцах счастья. Так, уже быстро бегу. Ах! Едва успеваю реагировать, ребят. Едва успеваю реагировать. Бонус двойной не взял. Едва успеваю реагировать. Так, ну вроде пока бежим. Что-то слишком быстро бежим. Слишком быстро, игра помедленней. Магнит не взял. Ладно, не о магните надо думать, а о том, как бы на ногах удержаться при таких скоростях. На! Ошибка. Так, ну понятное дело, мы продолжим через рекламу. Так, продолжаем. Давай, Гвен. Надеюсь, что в этот раз ты пробежишь гораздо больше. Да нет, как? Блин, ну так обидно. Чуть-чуть, буквально 2 миллиметра не рассчитал. Да, досадно. Ну ладно, давайте пока что остановимся на этом.